Семен, целуюсь. Это тебе как игрушка, да, Маргарет? Я их боюсь. Поцелуй. Как ты его? Раз так. Это ты выгуливаешь, да, крокодильчик? Маш. Мои дети. Ей было тогда 2 месяца, когда я ее положил на крокодила, на первого. Ну, конечно, страх был какой-то, ну, волнение, и у жены тоже было. Конечно, это и присутствует. Страх всегда присутствует. Волнение за ребенка у каждого, мне кажется, родителей. У меня вот столько детей будет. Столько. А сколько крокодилов у тебя будет? Так же. Крокодилов и детей одинаково. Времени уже довольно большого, ему было 14 лет. Дикое животное – это есть дикое животное. Крокодил – абсолютно непредсказуемое животное, и узнать, в какой момент он проявит агрессию, заранее невозможно. Если будут достаточно высокие температуры, крокодил будет активен. В нем в любой момент может проснуться охотничий инстинкт, и даже если он абсолютно сыт. Каждый человек вправе выбирать свою жизнь дальше вырастет. Может быть, сейчас, пока она с нами до 18 будет работать с нами. А там выберет в жизни сама свою профессию. Будет в цирке она или не будет. Но к животным она очень хорошо относится. А там будет видно.